Привет, друзья! Сегодня мы будем с вами готовить яблочный пирог. Он у нас получится очень вкусным, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Ну что, поехали! Для этого нам понадобится мука, разрыхлитель, топленое сливочное масло, манка, молоко, лимон, сахар и яблоки. Давайте приступим. Первым делом мы натираем яблоки на крупной терке. Так, вот и натерли яблоки. Далее мы берем лимон и немножко сбрызгиваем соком лимона. Перемешиваем. Яблоки, видите, уже потемнели. Они быстро темнеют. Но ничего страшного. Так, перемешали. Пока убираем в сторонку. Далее мы смешиваем все ингредиенты. Это муку. Также разрыхлитель. Манка. И сахар. Все это хорошенько перемешиваем. Вот и готова наша сухая смесь для тортика. Это будут наши коржи. Далее берем форму. Я постелил пергамент. Также сливочное масло. Берем, смазываем хорошенько края и сам пергамент слегка. Так, далее мы берем нашу сухую смесь, высыпаем. Раз ложка, два, три. Разравниваем. Далее мы берем яблоки. Выкладываем яблоки. Хорошенько разравниваем. Далее мы берем опять сухую смесь. Раз, два, три. Добавляем яблоки. Также делаем аналогично каждый слой. Выкладываем последний слой яблок. Так, отличненько. Далее добавляем сухую смесь сверху. Всыпаем всю. И распределяем. Далее берем молоко. И топленое сливочное масло. Смешиваем. Перемешиваем и заливаем. Отлично. Протыкиваем вилкой, чтобы молоко наше пропиталось, ушло вниз. Теперь отправляем яблочный пирог в духовку, температура 180 на 30-40 минут. Погнали! Вот и прошло 40 минут. Посмотрите, как он у нас запекся. Немножко корочка у него образовалась. Подрезаем. Сейчас будем выкладывать его на тарелочку. Опа! Отличненько. Так, выкладываем его на тарелочку. Берем сахарную пудру и посыпаем сахарной пудрой. Яблочный пирог готов.
Если данный рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов», делитесь этим рецептом с друзьями, пишите ваши комментарии. Приятного вам аппетита! Ну а мы, конечно же, будем пробовать. Я отрезал себе кусочек. Посмотрите, какой он на срезе. Очень вкусненький, мягенький. Это обалденно. Бомба. Класс. Всем рекомендую. Пока.